крыльях крестовой войны, в цветах на юном коне, тевтонский угодник весны, с мечом по весне. Я летаю, как птицы, дети от старших хвалят коня, но любая глупая башня выше меня. Что мне делать маленькому? Любая башня выше меня, в этом поле не видно меня никому, и не видно гнедого коня. Мне два леса скакать до святого полка, мне до первого боя два сна. Мой Господь, расскажи мне пока, что такое война? Мне бабочки кружат у глаз, мне ночь освежает уста. Я встретил 17-й раз воскрешение Христа. И дети глядят из травы, когда я сажусь на коня, но на свете любая звезда выше меня. Что мне делать маленькому? На небе звезды выше меня, в этом небе не видно меня никому, и не видно гнедого коня. Изумрудное поле и два светляка, небеса и немая луна. Мой Господь, расскажи мне пока, что такое война? Крестовой войны, в цветах, стремена на ногах, за плечиком свежим весны я увидел врага. И ветер блеснул от камней, и ветер жёг тетиву, только дети увидят во сне, как я лёг на тропу. Маленькому любая башня выше меня, в этом небе не видно меня никому, и не видно гнедого коня. Но я слышу, как бабочки кружат у глаз, и как дышит небесный прибой. Мой Господь, расскажи мне сейчас, что такое любовь? Что такое любовь?